Держит. Хорошие ручками доработал, Серега. Руками тоже. Руками, руками. Что? Да ты чаще руками. Бывает. Голенью. Встречай, Серега, руками нужно. Держит. Лучше руками поработать. Давай руками поработать. Слабее на руках, на руках. Давай баллы собирайся. Да догонять, доставать, хорош. Хорошо, Серега, так же руками дорабатывать. Серега, дорабатывай. Руки поднял. Руки поднял. Голову, готовь голову. Папаша, суй. Держи, обмани. 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 Встречать, Серега, встречать. Ну, кинь навстречу. Вот, короче, еще точнее. Давид, по корпусу попробуй. Давай. Ну-ка, держит. Хорош. Аплодисменты. Вы продолжили бой готовиться Сергей Шипаченко, Санкт-Петербург. 96-го года рождения. Первый спортивный разряд. Он является начальником призером Тенниса мира прошлого года. Тренируется под руководством Столярова. Приготовиться после церемонии награждения 13-й паре. Бой за третье место 265 килограмм. Айдер Хом, Краснодарский край, Михаил Новиков, Архангельская область. Бригада судей готовится со сцены. Айдер Тихан Мишин, Акавы, Айдер Хома, Сазаров, Назаренко. Четыре они раунда, да? Четыре раунда бьют. Хорош! Ой, хорош! Хорош еще! Ну куда между ног вообще? Такой незамаскированный, запрещенный удар. А это что было? Хорош, еще! Ты по прямой не ходи. Все. Аплодисменты! По правилам соревнований в возрастной группе юниора может быть три нокдауна, и бой завершается. Поэтому знать это правило. Ничего страшного. Вызову время готовится Ох Новиков. 13-я пара. Будет за третье место.
следует удаление премии побеждал Сергей Щербаченко. За первое место в этой категории награждается Давид Соловьев. Он награждается дипломом.